Всем доброе утро. На дворе 7 утра. Я выбрался на рыбалку. Сегодня хочу постебать окуня и щуку. Поэтому взял с собой несколько палочек. И на большую, и на поменьше, и на окуня палочку. Что, произведем первые забросы. Начнем с джига. Посмотрим, как оно будет. Может, за тяжелый. Будем пробовать. Есть окунь. Вот это окуняга. Есть какой-то очень-очень маленький, нет, сошел. Стая, походу, идет, потому что много бьет, но сходит также много. Это щука или большой окунь? Маленькая щучка или большой окунь? Сейчас узнаем. Большой окунь. Сразу сидит. Значит, лепесток еще не упал, а он уже сел.
подбивает, но не садится. Маленький, что ли. Вот тут все. Небольшой. О, как ударил. Щука? Или такой окунь? Если это окунь, это будет хороший окунь. Как ударил. Это хороший окунь. Какой горбач. Что ж ты будешь делать? Как так зашел? О, какой. Убежал. Нет, этот хорошо взял. Еще раз попробую. Сидел, сошел, есть. Какой быстрый. Есть. Маленький, но с твердым характером. Опа. Есть. Саш, нет, догнал. Маленький совсем. Щука, что ли? Или окунь побольше? Окунь хороший.
какой кабанчик. Там щука сидит, сейчас она мне все быстренько откусит. Маленький. Маленький, но не совсем хорошая кушара. Может, какую резинку побольше одену, попробовать поджиговать, может, больше окуня будет, но может и щука будет тогда. Вот, сидит. Попробую укрупниться. И вакснит решат. Вот зверь. Камера передаст ее игру. Вот какой зверь во все стороны. Попробую отсюда вначале. Так как склоняюсь, что здесь больше окуня, чем щуки, а там щуки много будет. Боюсь, что флуорокарбон откусит. Удар был маленький, ну, наверное, за хвост. Была не была. Ладно. Боюсь, что щука откусит быстро мне. О, уже щука там атакует. Что-то сидит. Окунь вроде. Угу. И неплохой окунь.
О, как ударил. Это уже щука, наверное, была. Сразу откусила. Все, щука. Даже ждать не надо было. Так, у меня где-то были маленькие-маленькие поводочки. Компания Лидер, русская компания, и окуневые, вон какие поводочки, 7,5 сантиметров. Тут он открывается, вот. Вроде неплохой, или просто с твердым характером. Хороший кушар. Дальше. Маленький какой-то совсем. Почему-то на блесна маленький клюет. О, сошел. Сразу посел. Подбросом. Подбрасывает, еще не чуть-чуть назад есть. Его сбрасывает. Она играет, и окунь берет.
все не то пальто, нам нужен большой окунь. Дай. Большой, что ли, такой? И опять с твердым характером. Это уже щука вроде бы. Или такой окунь большой. Если бы окунь, то на килограмм. Не щука. Лучше на берег. Столько крови.
Sıradık. Без верхнего плавника. Это окунь. Удар. Щука. Опять. Опять щука. Что-то она встала и не шевелится. А у меня флуорокарбон. Так что надо как-то аккуратненько. Вряд ли она большая, а просто поводок. Она в другую сторону пошла. Не надо в другую сторону, иди лучше ко мне. Сегодня хотя бы увидеть, как там крючок стоит у нее. Ой, внутри. Крючок во рту. Значит, сейчас будет финито. Иди ко мне. Если я не ошибаюсь, я вроде видел Maps. Значит, не в пасти. Это хорошо. Если не в пасти, тогда начну быстро вываживать. Да, все нормально. Можно поторопиться чуть-чуть тогда. Нет, только она не хочет еще. Да. Речная, она чуть-чуть посильнее будет. Иди ко мне, дорогая. Иди, иди ко мне.
брызгает. Брызгается еще. Прыгает. Нет, не туда, в другую сторону нам. Нам сюда. Добро пожаловать. Ставим. Не прыгай. Есть контакт. Поврежден. Это хорошо. Так что, 11-я щука на сегодня. Уже щелки нужны. Точно щука. Таких окуней здесь нет. Что, такая большая, что ли? Просто идет так. Сошла.